Есть идеи? Ну нет, так нет. Всем привет, это канал На Спорте, и сегодня мы бьем рекорд по попаданиям с центра поля за 60 секунд. Есть видео, где Ромеро делает это 20 раз. Надеюсь, мы побьем этот рекорд. У нас сегодня новый гость, это Влад! Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Я обычно забиваю 23. За 60 секунд. Сегодня мы это проверим. Это закалка почему-то. Всю свою молодость отдал этому занятию. Это мое любимое число. Поле у нас нестандартное, поэтому мы будем бить не с центра, а с противоположной половины, с расстояния 50 метров. Все точно, все по правилам. 50 метров это сколько? Это вот примерно вот столько. И Арсень. И Арсень. Раз, два, три. Кто такой Ромеро вообще? Я считаю, что я способен побить этот рекорд. Ромарио, может? Кто такой Ромарио вообще? Ты готов? Тогда начинаем. Сколько мне? 20! Ну что ж такое? Жалко, что это первая попытка на массаж, да, пойдет? Это было очень сложно, очень сложно. Это было больно. Это было сложно, это было сложно. Это задыхалка почему-то. Не очень, да, заметили? Ладно, сейчас посмотрим, на что ребята способны, что они покажут. А мы способны. Для начала неплохо. Ну, на какой результат ты рассчитываешь? Хотелось бы 48. 48, да? Любимое мое число. Ну, а так, думаю, будет 46. Раньше я занимался футболом профессионально, когда жил в Беларуси, играл за футбольный клуб «Белшина». Всю свою молодость отдал этому занятию, а потом что-то пошло не так. Ты по шинам и конкретно? Да, бил по шинам. Ага. На заводе. 11 лет назад приехал в Москву, и тогда спорта не нашел. Сейчас я на спорте, поэтому да. Все хорошо. Удачи, все верно, все верно. Благодаря этой аффирмации на спорте можно ставить рекорды. Ребята, к сожалению, этого не знают. У них другая аффирмация. Pussy good, one more round. Red and blue Haitian flag on me, and that shot's out to them Zo pounds. Got beef, need 100 rounds. 187, don't you make a sound. I came in the beer, I'm looking for friends. I came in the beer, just looking for ends. Вот он финальный какой был-то. Ну что, сколько, Миш? 12! А, 13. Это мое любимое число. 48, да? Любимое мое число. Эксперт по перекладинам сегодня снова с вами, Михаил. Что мы сегодня будем делать? Я не выиграл ни одного челленджа, поэтому планирую продолжить. Сильное заявление. Поехали! Время, время! Время. Что за псих вообще? Я попал вообще? Три раза ты попал. Как тебе результат? Три попадания чистых. Это больше, чем обычно я делаю. Это больше, чем у тебя. Слушай, а сколько? 28 раз ты не попал сегодня. А сколько раз попал? 28 раз попал. Мне кажется, процент точно все очень велик был в этот раз. Ну, в принципе, как и все велико. Сам себя не похвалишь. Кто похвалит вообще? Антиреклама, смотрите, то есть человек подавал и уже устал просто. Пасу его зеленую задницу. Да, это будет мой шанс. Покажи задницу. Никогда она не зеленая. Ну что думаешь по поводу...
Ну, надо по-любому тридцаточку, как минимум. Еще скажи. Надо по-любому тридцаточку, как минимум. Все? Еще раз. Надо по-любому тридцаточку, и будет очередной рекорд. Про футбол челлендж, вперед. Сейчас глянем. Время пошло. Раз, два, три. Время. А сколько, Миш? Блин, вроде не курю, а. 17. Дышите. 17? 17, это очень, это выше среднего. Серьезно, 17? Ну, может, и 16. Странно, Миша. Переснимем. Перекрутило все вообще. Может быть, не будем? Смотри, про футбол челлендж на твоих глазах я уже обосрался. Твоя, да, ты тоже там. Сейчас в твоих руках реабилитироваться. Миш, результат! 13. Почему не удалось побить рекорд? Ну нет, брокколи, все в магазинах разобрали. Проклятые мясоеды. И свое смели, и мое. Пришлось толчевку есть на завтрак. Смотри, у тебя не лучший результат. Расскажи про свою тактику, как тебе это удалось? Сделать не лучший результат? Да. Ну, я просто остаюсь самим собой. На ваших экранах. Сейчас находится дно победителя. Турнирной таблицы. Победителя. Да, у нас со временем бонусный челлендж. Мы будем жонглировать туалетной бумагой. Кто набьет меньшее количество раз, будет наказан. Еще увидите это наказание. Я сам придумал его. Два человека у нас проигравших. Остальные все победители будут бить жопой им. У каждого одна попытка. Вот сколько сделал, столько сделал. Все без, без переигровок. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А. Начнешь первым. Итак, результат. Семь. Это было. Семь раз. Слушай, неплохо. Кто второй? Резинка для денег. Сопли подъехал. Я каждый раз леплю. Когда один дома стоит. Десять? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, ну! 10. 17 раз. А, 17 раз. Между. Это 17 раз. Плюс 5. Панна. Сколько, 17? 17. Блядь, вот этот нежданчик. Про футбол челлендж. 7, да? 7 было. Ну, если он 6, у нас борьба. Давайте бутсы за двадцатку. А у меня еще одна попытка же есть. Ебаные бутсы, это новое. Вот, за двадцатку. Да нет, когда все маленькие чекали. Было. Что, 15, да, где-то? 14. Ой, сейчас такая жопа будет веселая. Такого еще никогда не было на ютубе. Веган выиграл. Это мой говна челлендж. Ой, это двухслойная, на. Вот от нее да. Вообще удара вот не наша. Чувствуется. Вот это наша. Блин, я когда футбол играл, тоже никогда не стоял здесь. Все, ништяк. Смотри, им нравится. Не будем им мешать, может быть. Я в людей не бью просто. Это мое правило. Это мой друг, да? Да! Вот твой друг! Все. Ура! Разрывает контракт. Ныряние в туалетку. Давай.
эйфория. О, какое же счастье быть победителем. Ты тоже чувствуешь это? Пацаны, мы рекорд побили. Миша, где Миша? Миша, ты что думаешь вообще? Ты рекорд побил, ты же красавчик. Я не ожидал, что так легко будет, на самом деле. Мы же выиграли, нет? Нет, нет. Но парни хорошо подавали мячи. Да, парни хорошо подавали. Ты что думаешь? Нормально было. Хороший челлендж. Очень понравилось. Ну, вообще-то рекорд у меня был, потому что главный челлендж – это чеканка. Вот. Ладно, неловко вышло. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и до новых встреч. Пока. Пока.